Второй пример касается организации hands-free доступа людей в банках. Мы рассмотрим решение для крупного итальянского банка Prealpi. Требовалось единое решение для доступа на парковку в банк и особо защищенные помещения внутри банка. И, конечно, это стало возможным с помощью универсальной метки CombiCard. Доступ в общие помещения банка, например, на ресепшн, был организован в режиме hands-free. Карта считывается на расстоянии до 2 метров. Для прохода в особо защищенные помещения требуется приложить карту к proximity-считывателю, что повышает уровень безопасности. Высокий статус банка диктовал и высокие требования к уровню комфорта сотрудников и посетителей. Чтобы удовлетворить эти требования, мы установили считыватель UPass Reach при въезде на парковку и UPass Access при входе в банк. UPass Reach считывает комби-карту на расстоянии до 4 метров. UPass Access используется, как правило, для удобного входа в помещение. Он видит карту на расстоянии до 2 метров. Этот считыватель шириной всего 4 сантиметра можно монтировать даже на узкую раму стеклянной двери. В итоге мы получили систему контроля доступа, обеспечивающую одновременно и удобство, и высокий уровень безопасности. Считыватели UPass Reach и UPass Access были интегрированы в уже существующую скут банка Honeywell. Для совместимости с установленным ранее оборудованием использовались комби-карты с чипом MyFair. Таким образом, с помощью единой карты пользователь мог получить доступ на парковку, пройти через автоматические двери банка, не поднося карту к считывателю, а также попасть в помещение, оборудованное proximity-считывателями.